Всем-всем привет! Посмотрите, какая у меня розочка. И розочка без имени. Я потеряла ее имя. Подскажите мне, пожалуйста, что это за роза? Лепестки у нее на бутоне необычно резные. Посмотрите, необыкновенные лепестки. Вот такая вот она розовенькая изначально. Потом, ну я не знаю, персик, не персик. Вот такая роза, вот такая красотка. Куст за год разросся. Вот такой вот ширины, наверное, метр. Я подозреваю, что это роза-подарок от Фокиных. Вот, девочки, ну если вы знаете, может быть, есть у вас такая роза. Роза, дело в том, что необыкновенная. Вот, кстати, от Фокиных я получала розы. Ни одного пересорта. Фу, да-да-да. И розы обалденные, необыкновенные. Ну, такие я выписывала, возможно. Обалденные и необыкновенные. Посмотрите повнимательней, что это за розочка. Я думаю, что она метр-метр 20 будет где-то, когда будет взрослой. Вот. А сейчас она малышка, она вот такая вот. Ну, роза просто, я не знаю, ну, необыкновенная. Вот это вот строение, вот это вот ее чаши, да? Вот как она разворачивается. Я обожаю такие розы. Это не розы, это сказка просто. Вот как старинные розы рисуют, да? Точно так же вот эта вот роза такая. Пожалуйста, подскажите, что за розочка? Я буду очень рада, если у вас такая окажется такая же роза, но необыкновенная. Красотка просто нежная такая. Она прям привлекает свой, привлекает взор прям вот на раз. Она выделяется из всей толпы. Вот такая красавица. Пожалуйста, посмотрите, вдруг у вас есть такая розочка. Я буду вам очень благодарна.